православные вступили в рождественский, или как его еще называют, Филиппов пост. Продлится он 40 дней и завершится в рождественский сочельник 6 января. Верующие на это время отказываются от скоромной еды и развлечений. Но главный смысл поста – духовное очищение при помощи молитв, милосердия и покаяния. Рождественский пост, в отличие от Великого, не такой строгий. В отдельные дни разрешается рыба и растительное масло. Послабление есть для детей, беременных и больных. С научной точки зрения этот пост считается тем временем, когда биоритмы человеческого организма меняются на фоне сокращения светового дня. Как раз в такой период стоит воздержаться от тяжелой пищи и лишней активности. Пост имеет духовную составляющую и составляющую телесную. Вот то, что я говорю, что уставом благословляется там рыба в какие-то дни, там растительное масло, допустим, это все телесная составляющая. Цель-то наша не в самоистязании. А цель в том, чтобы приучить тело к умеренности. Вот церковная жизнь вообще человека учит ведь не к отказу от всего и вся, а к умеренности. То есть вред человеку причиняет не сама по себе пища, вред причиняет человеку излишество.